Постепенно после зимних каникул возвращаются в работу отечественные селебрити. Певица Санда, например, завершила съемки клипа на песню «Сырласу». О тайнах исполнительница будет петь не одна, а с Сериком Гамзазаде. В телефонном разговоре с нашими журналистами продюсер Санды и Серика Эрик Тастембеков заявил, что эта песня очень позитивная. Исходя из этого, можем предположить, что в клипе не будет никакой драмы, в отличие от предыдущего дуэта певицы с Кенталом. Видео на новую композицию, к слову, будет готово уже через пару недель. Ребята намереваются презентовать работу ко дню всех влюбленных. Отметим, что Серик Гамзазаде, помимо съемок в вышеупомянутом клипе, успевает думать и о сольной карьере. Так почти готова его новая полная любви песня с оригинальным названием «Жаном». По словам продюсера певца, этот трек также не останется без клипа. К съемкам они планируют приступить в конце февраля. Поживем, как говорится, увидим.